Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Богдан, и я вот посетитель данного семинара. Сам студент, уже оканчиваю университет. Хочу узнать больше о будущей своей клинической практике. Хорошо, скажите, пожалуйста, с какого вы города? Я из города Москва. Из столицы. Здорово, что вы совместили поездку с обучением. Скажите, пожалуйста, как вам качество подачи информации? Я знаком с Виталием Георгиевичем и заочно, и мои коллеги с ним знакомы лично. В принципе, все мои ожидания абсолютно оправдались. Шикарная подача материала, все организовано, никаких там технических неполадок не было, ничего такого. Абсолютно доволен и всем рекомендую, и своим коллегам буду рекомендовать. Это очень приятно слышать. Скажите, пожалуйста, получили ли вы регистрационный пакет и видели ли вы его наполнение? Регистрационный пакет я видел, но еще не получил наполнение. Я думаю, в конце. Я думаю, всем лучше сдавать. На телеграм-канал на Мегаджена подписался. Интересно. Мои коллеги тоже. Хорошо, спасибо. Скажите еще, какие темы не озвучены, и вы хотели бы их услышать на следующих мероприятиях? Я думаю, что наполненность курса очень большая, но, конечно, наверное, хотелось бы больше услышать именно про какие-нибудь сложные операции, ближе, может быть, к челюстно-лицевой хирургии, потому что я сам планирую быть челюстно-лицевым хирургом, и эта область мне близка. В принципе, Виталий Георгиевич, он работал в челюстно-лицевом госпитале, и амбулаторный прием, и госпитальный прием, многим отличается, и хотелось бы его субъективную оценку услышать. Спасибо вам за интервью и ждем вас на новых мероприятиях. Спасибо, до свидания.